Thai Family, Thai Vegetarian Food. Тайская еда. Надо пойти попробовать. Вегетарианская, это тайская кухня, больше азиатская. Стиль приготовления овощей, стиль фрай. Самое основное, что входит в это блюдо. Так все очень просто. Вегетарианская, тут боевые стейки. Тофу. Тофу, сыр, да. Приправы, масалы, соевый соус, терияки мы сами готовим на основе соевого соуса. Ну и самое главное, вот сковородка. Это какая-то специальная сковородка, да? С мощной и газовой плитой, да. Это она в основном делает все те вещи, которые используются. А как вы обманите делаете? За счет чего вот это такое? За счет выше повышенного давления. Там идет 2,5 атмосферы примерно, 2 атмосферы давления, ну и соответственно сама конфорочка специальная. Ну и за счет этого оно дает сильную мощность. Я имею в виду на сковороде огонь, как получилось? Это на самом деле масло начинает гореть, либо бульоном поливаешь и оно. Специально, да? Да, спецэффект. Спецэффект. Да. Привлекающие людей. Очень полезная, вкусная еда. А спасибо. Где вас можно найти и когда? Пока мы здесь находимся до конца лета, а дальше мы будем в городе, мы сейчас сделаем себе свой фудтрак, будем находиться в городе. Ну а также доставка. Быть может еще такое, мы рассматриваем вариант, что будем заниматься только доставкой. То есть расширять это дело, чтобы заказывали, не просто к нам приходили, а могли заказать любое место и мы привозим. Может быть это на Владе. Посмотрим сейчас. До спецэффектов не будет. Да, к сожалению. Тогда будут другие вещи. А так делаете, перевернете? Нет, не так. 360. Нет. Пока нет. А пока? Вот такие получились у нас тайкведы. 3 порции. Цена 70 гривен за порцию. Сейчас будем пробовать. На. А палочками? Палочками. Можно и палочками, кстати, да, вот еще даются палочки. А можно еще такими вилочками? Ну ладно, приятного аппетита. Спасибо. Паушками? Это? Палочку открыть. Мама, я палочку.
Было очень вкусно, подтверждаем. Приходите в Нетай Фэмили, в Бордерский парк. Попробуйте, такое очень вкусное, необычное тайское. Спасибо вам.